Представьтесь, пожалуйста. Добрый. Драч Наталья Алексеевна, младший лейтенант, военнослужащая войсковой части В0213. Что случилось? Почему плачете? Плачу по одной простой причине. Я вообще участник боевых действий. Села на остановке Синая, хотела доехать до остановки Старый автовокзал. При посадке предъявила копию участника боевых действий, заверенную нотариусом. Водитель, вместо того, чтобы сказать, что он увидел посвечение, ну, как обычно это делается, стал на меня кричать. Они учили участников боевых действий спрашивать, есть ли места. Я сказала, хорошо, я вам заплачу за проезд, если у вас нет льготных мест. Положила ему 5 гривен. Он эти деньги швырнул мне обратно в лицо. Едь уже. Но я не выдержала, чтобы не расплакаться в маршрутке, просто-напросто. Сказала, остановите машину, я выйду. Я вышла за поворотом, сейчас вот иду пешком. Извините, вы номер маршрутки? 0855АА. Маршрутка «Крытый рынок», институт связи. Понятно, спасибо. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что такие вещи случаются не только со мной. Я молодая, здоровая, я добегу, доскочу. Просто очень обидно. Очень обидно. Вот и все. Спасибо. Извините за него. Кто вас награждал сегодня? Депутат областной рады. Кого? Фамилия? Роговой Роман. Что вам вручили сегодня? Мне сегодня вручили за верность народу Украины второй степени от областной держадминистрации Полтавской. Вот так получили награду? Вот, да, вот такая вот получилась неприятная ситуация. Спасибо.